И еще об одном крупном ДТП, которое произошло накануне вечером на МКАД, но в данном случае оно не было связано с погодными условиями. У МАЗа лопнуло заднее правое колесо. Это отчетливо видно на кадрах, попавших в интернет. После этого машину увело в сторону, и она завалилась на бок. К счастью, МАЗ не зацепил никого из других участников дорожного движения. Серьезно не пострадал и водитель грузовика. Он самостоятельно выбрался из машины. Лежащий на боку МАЗ заблокировал две полосы на МКАД, поэтому движение на этом участке дороги было затруднено. К вечернему часу пик спецслужбы устранили последствия ДТП и освободили дорогу для движения транспорта.